Ну вот, пожалуйста, люди перекрывают трассу и своими действиями пытаются привлечь внимание администрации города, края, потому что в поселке нет воды регулярно более суток. Пожалуйста, жители поселка Сибирская долина, не выдержав этого безобразия, постепенно собирается пробка. Ну, у людей нет воды, поэтому люди готовы и лечь на пешеходном переходе, не только ходить по пешеходному переходу. Это просто уже невыносимо. Идите, ходите, не бойтесь пока еще. Ребят, пропустите, домой срочно.